Россия продолжит выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров со своим молдавским коллегой Нику Попеску. Москва, по словам Лаврова, выступает за возобновление встреч в формате 5+2. Переговоры, запланированные на ноябрь, были отменены по инициативе Молдовы. Рассчитываем на скорейшее проведение официальной встречи в переговорном формате 5+2, который уже 2 года как бездействует. И мы почувствовали заинтересованность руководства Молдовы в скорейшем возобновлении такого формата. Сергей Лавров подчеркнул, что важно последовательно выполнять прежние договоренности между Кишиневым и Тирасполем, а также продолжать равноправный диалог сторон, чтобы найти решение проблемных вопросов. В свою очередь, глава МИДа Молдовы в очередной раз высказался за вывод российских войск из Приднестровья и вывоз боеприпасов с базы хранения в Колбасном. На пресс-конференции глава МИД России также рассказал журналистам, что Россия готова продолжать оказывать Молдове помощь в борьбе с коронавирусом, в том числе поставками российских вакцин. О завозе партии в 200 тысяч доз спутника для Приднестровья на прошлой неделе договорился президент Красносельский. Груз уже на складах в Москве. Сейчас ждут разрешения на вылет самолета. Кишинев до сих пор не принял решение разрешить ввоз вакцины для Приднестровья.